Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы вышли полетать на моделях с Баши Слойка. Ну, товарищ летает, а я наблюдаю. Нормально. Тянет? Да. Так, что? Сыковато. Давай я закину. Да нет, давай я сейчас закину. Только на солнце не лети, я беру вправо сразу. А то потеряешь. Ну, сидец, уходи вправо. Сейчас мы проверим, сейчас не так. Это его не болтает так. Как дерьмо в проруби. Ага. Не гони ты на сон. Ну, ты право, ты слышишь. Ты это, правоуклонист нафиг. Левоуклонист, точнее. Ну вообще, кстати, я еще из-за чего тоже хотел слепить с Баша. Даже не, я не с Баша, я хотел этот другой у них какой-то есть еще. Вот он вправо. Что-то значит у меня. Ну потримируй его влево, вправо. Теперь не найду триммер. Триммер внизу. Одной рукой. Ну давай я тебе сейчас. Куда его, вправо или влево надо? Право, он влево тянет, да? Влево тянет, да. Сейчас я это попробую. Высоко. Вот, смотри, его отпускаю. Еще чуть-чуть по тримеру. Хорош пока. Короче, мы с тобой как эти самые. Ну да, я не могу. А ну-ка, вот сейчас, ну-ка. О, пошел. Во-во-во, вот это дело теперь. О! Общими усилиями настроили. Не, класс. Опа! Опа, на-на-на-на-на-на, аккурат. Отстегнулась у тебя. Надо было это самое, привязать эту крышку. Крышу надо было привязать. Живой? Аккумулятора переделать, и мы с ним полетаем еще. Сейчас не буду я ничего мудрить. Да, видишь, говно крепление. Извини за выражение. Здесь она на резинке. Ну ладненько, поехали. Попытка номер два через месяц. Ух ты, класс. Аж самому страшно. Чуть было я его в дерево не сандалил. Ой! Так, подожди, а тут мотор стоит 22.05? Нет, 0.08 стоит. А, такой, как ты мне отдал, который... А это 0.5 у тебя. А, 0.5? Ну, перемотай, если его захочешь. Да перемотай, надо посмотреть, что там за провод. Надо посчитать витки. Я ж перематывал, у меня 22.12 я перемазал. У меня даже ролик есть. Я его перемотал, у меня, кстати, он стоит на Альбатросе. И я спокойно на нем летаю. Но он получился, там у меня было 1400. Сейчас он, наверное, стал чуть-чуть. Ух ты, блин, а... Я же потерял где верх Денис, нафиг мне. Вот он, наверх. Да нет, ты тут на солнце крутанул его. И я его... перепутал. Ай! Сейчас поближе его зайду. Сейчас я дак поближе сделаю. Да ты просто на солнце, потому что у меня камера на солнце не снимает. Нет, я вот тебе вот сюда сейчас поведу. Ну тут деревья я постановлю. Это у меня вот тоже товарищ, это он, нравится ему, когда на него летит, подлетает к нему и уходит в гору вверх. Ну это опасно вообще. Ну понятно. Это же надо вдоль ходить, если зрители там находятся. Да я вообще стараюсь нигде летать, чтобы не было никаких сейчас, людей, никак. Горочку сегодня, давай сейчас поднимем. Я что-то на нем особо полет на спине, вот он. Ну-ка попробуем. Ну ты куда?
Ой, блин! Все. Ну, ёперный театр! Что ж ты сделал? А все, мы не найдем его. Чего? Пойдем, найдем. Ч, не найдем. Сейчас машину закроем только. Вон он лежит. Где? На дороге. Я же говорю, что на дороге. Все целое. Сейчас запустим. Нет, сегодня уже не будет. Надо ревизию сделать. Ох. Нет, надо тут фюзеляж. Ну да. Подшаманивать надо. Все перебивать. Пошли. Так, а фюзеляж-то в принципе целый. Да целый, блин. Так. Он у тебя надежный фюзеляж. Не, это я его проклею здесь рейками. Вот здесь. Не, нормально, еще интересно, на дорогу. Да. Смотри. Нашел же, блин, дорогу. Так смотри. Он прорубил это. Он, знаешь, что, ветки стормозили его. Да, и так бы, конечно, ему был бы кирдык. Кирдык, да. А так его тормознули ветки. И ты, наверное, еще на газу его бабахнул. Да, видишь? Вот, вот, вот. Послушай, можно вырезать нафиг. Вот здесь латку наложить, а лонжерон можно просто там приклеить и все. Вот здесь же у тебя лонжеронная, здесь же у тебя он. Да, лонжеронная. Здесь. Пошли! Там разберемся, стоим мы здесь, как два тополя на плющихе.